Стан, на ромбе как туголы будешь давать стан на этот, на кружочек. Четный вати 2-4-6 ретрия будешь кидать ромбику, ласты будешь кидать кружочку. Гимн на ману на первый переход к антихам будешь петь гимн на ману, стол будешь ставить гимн, ой, гимн, фу, блин, этот как его, тотем на ману, и на второй переходке казатим будешь петь гимн на ману, и колобун будешь ставить тотем на ману. Все. И три арунги ты еще прослушала. Чему? Давай, ты что ли, Войт? Четыре хила. Ну вот, ластай, значит, по диспеле, он может. Бля, я уже со станами сам... В общем, Поклонский будет постоянно баф... Фу, блин, бафать. Станет треугольник. Ретри, ты будешь станить кружочек. Ромбик, да. Значит, кисюлька, ты будешь станить кружочек. Это нечетные вальки. Все. А, вот еще, кстати, чуть не забыл по поводу пытки разума. Войт, ты будешь треугольник, казантип кружочек и антихам треугольник. Все. Да, все. Да, бля, он пиздит, он такой ШП, знаешь, что может не раскидывать на самом деле. Бля, Слава, ну, наверное, ты сколько раз я ходил к азантипам? Шаман, ты здесь, колобун? Нет, ты 2, 4, 6. Если я нажал на него? А ты что, не тут? Нет, мне кулак не дают уже, я не знаю, минут 20. Кому? Шаману, что ли? Коту. Дайте коту кулак. Погубил десятки тысяч душ. А Шаман, иди сюда, что ты там стоишь? А кто танки? У нас танк Деймос и Поклонский. Так, стоим. Давай прыгаем вниз. Сейчас чума будет. 3 секунды. Сталкер, беги. Сталкер, сталкер. Диспел, диспел его. Диспел. Все, беги назад. Так, РДД перебежали. Блядь, что-то у меня подвисает. У меня тоже. Сейчас еще одна ловушка будет. Милики перебежали. Чума 2 секунды. Войт, беги. Войт. А куда? Блядь, что этот? Беги, хули попал. Все, ладно. РДД перебежали. Следующий. Да, вот игра на диспозиции. Сейчас еще одна ловушка будет, 2 секунды. РДД перебежали. Велики тоже давайте. Потихонечку. Джест, беги. Джест. Диспел, 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 диспел. Все, беги назад. Так, давайте перебежали. Да. Велики, РДшки тоже перебегайте. Давайте сейчас ближе к краю будем идти. Давайте на край. На край, на край, на край. На край. Снежка. Бегите, бегите, мильки. Дышите, бегите. Чему? Чему диспелите? За шпанкой диспелите, чему? Давайте переводите все уже этого босса. Деймос, готовься ловить дух. Только не заслакай, пожалуйста, с ним. Гимн на ману пойте. Натихам. Бейте духа. Рассоситесь, пожалуйста, РДшники, вы слишком кучно стоите.
Бейте духа активнее. Следующего духа бейте. Бейте следующего духа. Сейчас следующего будем опять переключаться. Следующего бейте. Далеко вот только у него дидака. Все, стоит. Давайте звезду. Звезду давайте. Канты драпа не забываем. Точечно звезду станьте, пожалуйста. Сейчас свадьки будут, готовимся. Молимся на лок. Станы давайте. Станы давайте. Три вальки нужно слить. Че стан? Сейчас будет осквернение 3 секунды, милики. Так, колобон, вноси. Треугольник, кстати, все, бейте лича. Гир, давайте. Осквернение в сторону трона будете нести. Когда рейд влево, осквернение вправо. Вот, блядь, послушайте, Релла, с ТТМчиком все, весь рейд, кроме, блядь, осквернения. Раньше не выбегайте. Это может будет дать 1,5-2 секунды. Я подвис. Поклонский, выйди со свернением. Крыжочек бейте. Блять, Поклонский, ну. Это вайп. Смотри, Сайф, вот весь рейд, блядь, выбежало. Сколько людей, смотри, слева лежат, на. Джейс, Шанан, блядь, Казантип, Лок. Еще второй лок. Все выбежали влево. Вот хули вот эти. Лана-Лана лежит с правой стороны. Актуалы, блядь. Они выбежали уже из лужи, из его выбегали. Они вот где вот. Вот как Джесс лежит и как Шанан. Вот там люди должны были лежать. Не в этом дело. Так в этом дело. Слышишь, Саня, если бы все туда встали, было бы, блядь, охуенно. Проблема в том, что лич стоял криво. Ну, блядь, и чтобы вы... Да помолчи ты, ёб твою мать, я тебя не перебиваю, и ты меня, пожалуйста, не перебивай, алло. Спасибо. Давай-давай. Лич стоял криво, была команда выносить осквернение к трону. Это значит, надо побежать вперед через лича, вот вам и получилось. Поэтому поставьте, пожалуйста, нормально лича на второй фаре, нормально рейд, чтобы выносилось осквернение вправо-влево, а не вперед за лича. Он сказал, осквернение вправо выносится. Если, даже если он не так сказал, я бы потом просуфлировал. Нет, осквернение к трону, он сказал, я если что. Я сказал, не сразу. Да все равно там даже из такой ситуации можно было выйти. Ну, типа, да ты, куда выйти? Я просуфлировал, я еще сказал, типа, весь рейд влево бежит, вот по центру, где стоят тотемы. Остальные вправо, блядь. Почему-то 5 человек побежало как нужно. Остальные понадеялись на то, что, блядь, либо будет на маге, либо на локе, либо на роге, который, блядь, либо на хуйсосе, который на ботинках выбежит. Так ты просто в общем вынеси тебе ал-чат, слышишь, ставить в отдельный аккаунт. Вот. Так вот, и вынеси алчат себе в отдельное окно, у тебя сей чат будет в этом, в общем. И выйди из этого, из поиска Алла. Не он. О, это я и пишу, ну, да. Смотри, щелкаешь на слово «общий» правой кнопкой мыши и щелкаешь «создать новое окно». В этом окне жмешь на параметры, и у тебя вылазит типа сообщение игроков, и вот слева галочки, какие тебе нужны в отдельном чате, вот их и выставляешь. Хочешь, ладно. У тебя будет только белый чат, хочешь только крик, хочешь только канал гильдии, любой выставишь, и будешь видеть только этот чат. Давайте бегим сюда. А кто головы? Интерфейс, сообщение в облачках.
там сообщение в облачках, ставите галочку и все есть. Слушай, а что значит, вот смотри, я вижу, когда пишет, когда сквернение на других, а когда вот на мне или ловушка, или сквернение, я не вижу этого. Ну, блин, тогда можешь сделать проще. Берешь лича, щелкаешь правой кнопкой мыши, запомнить цель, и в кого он кастует осквернение, в того он и бросит. Во, Димас вообще красава. Он реально. И у меня это на центре экрана. Ну, все, ласты здесь. Да там давайте бафы, просто. бафы давайте уже. Первый поставьте, кто поставил. То есть там он у шамана проблемы какие-то. Столб. Столбу релогнуться надо. Где рыба? Рыба есть у кого? Ставьте столб, а вот, ешьте. Где столб? Он релогается. Сейчас я вижу. Рыба стоит уже. По-конски давай там заходи. Бля. Ты, по-моему, станешь, если я не ошибаюсь, кружочек. Окей. Ты записывай. Да, я вот тоже думаю записывать. Вроде, блин, да ладно я, блин, я же не могу все запомнить, кто там что станет. Но это да, надо записывать уже. Блин, а люди не могут запомнить. Не, я запомнил, я просто, типа, это, ну, не расслушал в первый раз. Да и все равно меня, типа, обе вальки схватили. Алхарша тебе не хватает, Кристоба, дайте. Топор, ты здесь? Топор, кстати, не забывай стакать расколот у нас один. Блядь, я арте на X5 проебал, сука. Кто ты? Я арте проебал на X5. Да ладно. В смысле, да ладно. Я сегодня ходил в шоп. Шопом мне ходил. Сейчас бы на X5 на арте ходить, блядь. И Джаспан тоже там триксы кидай на кого-нибудь. Вырывали, особенно. На каком-нибудь смене. Да. Доказательством моей безграничной мощи. 5 секунд до боя. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Ты увидел финал. Не могу допустить, что величайший служитель света пропустил рождение. Милики перебежали. Милики. Сейчас, короче, чума будет 5 секунд. Пови большого. 2 секунды чума. 1. Оптимус. Выноси. Да куда вы так рано диспелите? Выносите чуму. Вторую слышу на нем. РДД. Просто ГП плюс Оптимус и диспелил. РДД перебежали. Сейчас чума будет, 4 секунды. Там если есть ШП, они сами себя использовали, когда они подпрыгивают.
Казантип выноси. Казантип выноси. Казантип. Милики перебежали на танки. Сейчас еще одна ловушка будет, одна секунда. Милики перебежали. Сейчас чума будет, одна секунда. Олфорд выноси. РДД перебежали. Давайте ближе к краю. Давайте на край. Сейчас чума еще будет. Все, выходим. Сейчас чума 2 секунды, готовимся выносить. Ему сразу здесь по летету? Да нет. Все, бейте духов и, пожалуйста, растянитесь. Гимна ману тихан, пой. Пою. Заберите одного мелкого моба. Слышишь, милики? Сейчас пока он заберет. Следующего убейте духа. Ну, что это было? Кильт. Следующего духа потом бейте. Бейте следующего. Все, побежали. Сферу добейте, пожалуйста. Прожми, пожалуйста. Слышь, Сань. Там 14 паков. Звезду становитесь. Асфальки будут. Валик берем. Таны даем. Каскад расхранения будет 5 секунд. Милики влево что уносите. Антихам на тебе. Что ты там делаешь? Блять, ну. Добивайте ровник. Треугольник добивайте. Ставь под эту под глыбу, Саня, ставь. Нормально, пойдет. Еще подай. Кто? Все, куда ты? Дима, вон, лучше в ШП поставь, а то полетит криво. О, нормально. Осквернение в сторону Терна выносить. Вправо, если что. Керс, ты можешь притворить на мертвым. Станы давайте. Кирзочек бейте. Че станы массово выдавайте. Ну, бейте, Валь. Ромбик бейте. Дайте еще стан треугольнику. Стан треугольнику, дайте стан. О, все. Подведи ближе к краю, куда ты его унес? ДК. Осквернение будет, милики. Спойлер, повезло. Саня, ну, куда ты его ведешь? Ну, ДК, ну, ё-моё, давай веди его в центр. Он развернул на портал, слышишь, все правильно он делает. Ну, что? А, блядь, дайте гир. Я-то думаю, что за нафиг. Я же ради сказал гир давать. Повезло, бейте, Валь. Бейте, Валь. Таны где? Да. Ну, бейте ромбик и треугольник. Ну. Давайте ромбик добивайте, дай ему соскорнение. Все, давай, веди его в центр. Что, куда ты его так далеко ведешь, ну? Блин, тебя надо учить как-то, чтобы ты его в центр ставил. Ты его, блин, ставишь так. Сейчас фальки будут 2 секунды. Слышь, Дима, лучше левее. Слышу. У меня подвисает, и ты мне тоже подвисаешь, что? На лужу полетят. Сейчас. Не готовим. Все. Слай на тебе. Не прыгайте только на нем, не прыгайте.
Давайте, добивайте, Валик. Дайте станы массовые. Ну. Давайте кружочек добивайте, румбик. Блять, господи. Ну ладно, спасли. О, повезло тогда. Давайте. Хай, к звезде. Сейчас осквернение будет 2 секунды. Переставил на тебя. Давайте переводить. Все, на край. Пой сразу гимн на ману, если что. Некогда. Пою. И, пожалуйста, тотем на ману. Будет, я походу на тебя поставлю все-таки лучше ассиста, потому что мне тормозит почему-то таком. Наверное, хил, из-за хилбот. Следующего духа бейте. А, хотя у тебя ассист есть, поставишь сам. Ну конечно, я ж полагаю, блин, так. Только слышишь, Спайк, иди нормально, не так быстро. Лут поменять. Потом в нового духа переключайтесь, я поставлю, я помню. В нового духа переключайтесь. Я пробью отвист, сейчас глянем. В нового духа переключайтесь. Этот тоже сдохнет, так. Веди его на край, куда ты его повел, ну? Да, нормально. Ну, Саня чуть прослакал. Да, твою нужно ловить. Ну, конечно, ты должен стоять, он сам до тебя добежит. Духа, бейте, дух успокаивается. Лё, добивайте дух. Давай, старпол, оставляй под полю, чисто. Вот реально Петр, что ты повел против часовой. Сейчас не надо. Так сейчас уже. Сейчас уже не открестишься, что. Тебе пока. Сейчас осквернение будет, осквернение, джаспанк. Добивайте этого духа, на край его уведи. Быстро на край его уведи. Добивайте этого духа, и сейчас будет поклон скита. Клопать. Саня, двигай. Веди его уже на край, веди его потихоньку только, веди. Не спеши, чтоб медики тоже били. Вот он так знает, вот. Он знает, что делать. Не, он просто его слишком быстро водит. Осквернение разбежать. Сейчас осквернение 3 секунды. Похлопа. Талкер на тебе. Клопайте, дух, поконской хлопай. И снова потихонечку его веди, потихонечку. Не спеша, мы никуда не торопимся. Во, вот это. Заколебал, бля. Он завис. Смотри, там кто-то завис, или стоит кто. Жаждет крови. Понятно. Давайте звездочку собрались. Вот это ты зря, конечно. Сейчас у них, блин. Аля, нормально, сейчас. У людей уже паника сейчас начинаться будет. Нихуя, не бегите вперед. Так круг слушает, у тебя хоть одно работает, блядь, так. Да все тихо, не надо подстебывать. У тебя еще бомба. Бежим, бежим. Все получат, смотри, ебать ты. Умный такой? Не получили. Толп. Ходи. Ну и нормально, видите его крот. Весь трейд живой, ебать, не очку теперь. Никто не улетел на лайк. Only time.
Отойдите от него, но не прыгайте. Отойдите от него, не прыгайте. Помните кто-нибудь ретрик, ПДК или кто-нибудь там ПДК, блять. У меня, кстати, подожди, я прицел, у меня РК вообще лагает или нет? Ну нет, и нормально. И четко. По таймингам все нормально. Что это последняя комната, наконец-то? Сейчас пойдем. А как же все? Обычно все на портал. Прицел, где на портал, блядь? Нет, это неправильно. Нет, да, ну так всегда, ну, в кварталу все относит и по кругу. Нет. Вот, слышишь, смотри, Славик, мы бежим к твоему, блядь, брату, нахуй, он-то мертвый лежит, посмотри, пожалуйста. Твой братишка мертвый там лежал, вот уже пропал сейчас только. Поставший бурдулак. Сейчас выкинет, можем уже никуда не бежать. Так, нам не осквернение. Не прыгайте, не прыгайте. Ну тут ты не виноват, на самом деле, и все нормально выйдем. Тут на самом деле редко кто говорит, типа вот из комнаты выходите, все разбегайтесь, потому что лужа может быть на любом. Будь сейчас меня дух ебнут. Будь ты в центре стоишь, будь ты где-то стоишь. Да. Вот. Ну это, ставлю добычу вот на тебя. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг. Так у меня и по ГП, ну у меня РО нет. Чтоб я мог за ГП давать. Шмотки. Так, у нас получается, я помню, АДК с ролом на зов и токен, и все, больше никто не писал. Нет. Что движет вас? Хорошо. Я не просто попал, ну, потом я лужу оббегала, которую вот в центре, об этом там подбиха попал. Слышишь, Лена, не слушай этого долбоёба, смотри, ты кто по классу вообще есть? Типа ШП двух духов спокойно хлопает, без кучки, на. Ну, знаешь, звучит как наезд. Где ты вчера был? Интересно. Я? Это, слышь, Вайт, может, две раз... Там и вайпались до часу ночи. Да. Ну, у меня два БДК. И плюс... Блин, у Поклонского есть БДК. У тебя есть БДК. У... Ну да, у тебя же вроде должен быть БДК. Вы чё там, РС-ку герой или чё? Ну, не обычка. Да я ебу, что ли, куда вы там, хули вы умничаете, сидите, блядь. А чё, у вас рейдов нету? Сегодня нету, завтра, наверное, сыграли. А что он, кстати, вчера сыграл? Вчера РС ЦЛК был. Не. За 2 часа, блядь, оба инста снесли. То есть 4 часа получается отсюда. Да, блядь, ну и такого не бывает, тем более на X1, блядь. Чё это не бывает, всё было. Не, за 2 часа вы точно не снесли бы. Ну, типа... хуже, без миников с Халиона, если начнем. А, так вы сразу на ласта пошли? Да все равно за 2 часа это нереально, пока вы там трешак зачистите, пока все рейд. Я тебе говорю, с Халиона сразу заебал. Да какая разница с Халиона, вы же еще рейд сыграли. А, ну если уже, блин, я понял. Да все равно это как-то вы. Не-не-не, там все равно больше двух. Даже я сколько... Минимум. Сколько я с вами ходил, блин, за 2 часа. На ГПС на шурке 400 тысяч, блин. Ага, 800 для них. Ну, бля, понимаешь, Славик, вы проходили, ты говоришь, когда прицел был. Когда прицела нет, вы хуй за час 40 проходите, на самом деле. Чего не-не, блядь? Я же ходил в последний ваш рейд, это что за шаман? Каборда или как? Это Бибоп от Винку, он себе шамана второго сделал, что ли? В гильдию. Ну, блядь, в смысле, не знаю, ты в гильдии, нет, кто у вас, Каборда, шаман или как? Ебать, кто у тебя?
Охуеть. Это Швасаба, по-моему. Да, а собачка будет это ссылка? Ревнивала. Нет, слышишь, Дима, это не Данин Шаман, потому что... Нет, Кордоба это Ревнивала, я вспомнил. Это его. Что плюсы, ну, чисто так, на шаре. Слышишь, нет, Деймос, пойдем в этот в гостиную по базарю. А, блядь, ну там в гостиную все сидим. Могу уступить. Да, погоди. Кому уступить, Дмитрий? Никому. Кто? Это Эрдру, пускай Эрдру забирает, даже не буду ролить у девочки. Только дурить. Ай. Вольт. Попробуй, слышишь? Не, погоди, пусть она встает с тела, попробуй прилететь. Тела-то его нету. Вдруг... Да, ей лучше она сможет забрать. В прошлый раз такая хуйня была. 25. А ты Вольт себе забери, я. Не прокатит, потом он не передаст ей. Лучше сейчас она придет, ей лутера дашь, если она заберет, то заберет. Если нет, то скорее всего нихуя. Так, лети на шкаф. Давай ее сейчас присмотрим сюда. Слышишь, ладно, заходи в этот. Иди на нее. О, типа Вольт у меня. А у меня есть этот конь. Пароль. Ты видишь, слышишь? Ладно, посох видишь в этом в луте? Окей. Лутер. Нет, на ее лутера передай, она поставит, кажется, сам за себя и возьмет. Блядь, нет, слышишь? Нет. Дима, дай лутера. На лутере? Да, все, там токены. Тогда на тебя лутера, ладно, ставь на себя добычу. Вы же ее там засумолили, потому что я уже вышел. Да, она вот тут уже, она стоит у Ильча. Пробуй, слышишь, блядь. На, сейчас поставлю добычу на тебя. Ага, я не могу даже на него добычу поставить. Типа все, походу пизда. Попробуй ей лидера передать, да похуй есть. Пропадет посох. Значит, лидера. Еще нужен? Пытайся. Ладно, ты здесь, ты ставишь там на себя. Я на приста зайду на ИП. Да, хорошо. Че, не катит, слышишь, ладно. Ну тогда рольте кому на успех там, блядь, я хуй знает. Мне так-то особо не нужен. Вон Джесс. Попробуйте взять и ей отдать через. Ну вот, Джесс, попробуй взять и ей дать. Да ей не дастся, потому что она была в отсутствии. Слышишь, Славик, я смогу на ИП зайти за Илу Тара Чара, там, получить ИП? Попади хуй, я не знаю, там обнуляются же каждую неделю, да? Да. Типа я захожу такой, понял, раз в месяц, типа, получаю ИП, и оно просто потихонечку сгорает. Ебать, это у вас так долго, у нас на X5 из инстана за 5 секунд выкидывают. Я захожу, у меня очень долго. Я захожу, слышишь? А, типа можно выбрать, на какого перса ИП получить? Ну да. А, прикольно, так слушай, сейчас за ДК зайду туда. Типа если ты не получал до этого, если ты получал, то вряд ли тебе дадут. Не, ну за этот рейд не получил, я типа на хулипале зашел. Не, в смысле, вот, типа, если ты по 25 гери за этого, типа, да? Да, это у нас первая ссылка, он точно не получил. В смысле первого, сегодня воскресенье? Он не сможет. Он не сможет потом получить ЕП на ДК, если он сейчас получит его на ДК. Не-не-не, типа это, ну я сейчас из паладина зайду на ДК, и на ДК, типа, это ЕП. Ну да, но ты потом не сможешь идти ДК и ролить шмот, потому что за тобой уже закреплено ИП. А, да? Да. Правила прочитать. А, блин. Я просто что-то не понял немного, как у вас система работает по поводу ИП. Не, ну типа, тут есть, если ты флоу мьёшь, ты заходишь,
если у тебя нету связочки. Зашел, а, не, фова у меня перса нет. Типа если тут даже не фова. Ну да. Он же сказал, ну, что не знает, как ИП вообще. Не, я не знаю, как именно у вас ИП начисляется. Но, типа, у вас можно выбирать, типа, если я, по-моему, пошел в рейд, то я могу, типа, на ДК получить и на этого. Ну, вернее, типа, выбрать, на кого получить или только на паладина. Ты можешь выбрать. Ну, тогда я... Но типа, если я сейчас пойду за ДК в РС-ку и в это, и в ЦЛК другое, то я не смогу там получить ИП за них, да? Окей. Ну, в общем, смотри, ДК, если ты получаешь на ДК ИП, ты в ЦЛК на следующем вот сейчас сборе, сейчас на ЦЛК будет, ты не сможешь за ДК в ЦЛК что-то ролить. Ты ИП тоже не сможешь получить, тебе придется на паладина. А в РС-ке ты можешь, ради бога. В любых инстах можешь. Только именно в том винсте, где ты уже получал ЕП, ты не можешь. Понял. Не, ну тогда да, тогда лучше это на паладина, потому что мне еще и ссылка.